первые два сезона мы как-то пропустили. И вот когда настало это время, он говорит, я поеду. Он говорит, в X-Factor. Я говорю, пожалуйста, давай езжай. Говорю, попытаем счастье свое. Вдруг у нас все получится. Честно говоря, мы не думали, что мы дойдем вот до такой вершины, вот до двойки, до гран-финала. Арман Камердинов! Я не знала, то ли мне встать, то ли сидеть. Я даже вот действительно в этот момент прям аж и не помню. Вот я счастлива, что у меня сын достиг до этого. Я думаю, представляю, что если он выиграет, а если вдруг этого не получится? Я боюсь. Я боюсь об этом даже думать. Я ему всегда говорю, в первую очередь, я люблю тебя. Арман Камердинов. Мы друзья, перелетные птицы, только быть наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Нежный образ в мечтах приголубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра опять улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Ах, потому что мы пилоты, небо наш, любимый дом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Первым делом самолеты. А девушки чуть попозже.